субботу на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода, пройдет снег. В воскресенье будет облачно, возможны осадки. В Прокопьевске в субботу ночью минус 9, минус 11, днем 10-12 градусов мороза. В воскресенье ночью минус 17, минус 19, днем минус 8, минус 10. В Осинниках в субботу ночью минус 8, минус 10, днем 10-12 градусов ниже 0. В воскресенье ночью минус 17, минус 19, днем минус 8, минус 10. В Мысках в субботу ночью минус 9, минус 11, днем такая же температура. В воскресенье ночью 16-18 градусов мороза, днем минус 6, минус 8. В Междуреченске в субботу ночью минус 9, минус 11, днем такая же температура. В воскресенье ночью минус 16, минус 18, днем минус 6, минус 8. В Шерегеше в субботу ночью минус 8, минус 10, днем минус 10, минус 12, сильный ветер. В воскресенье ночью минус 18, минус 20, днем минус 8, минус 10, сильный ветер. В Новокузнецке 13 марта будет пасмурно, пройдет снег. Температура ночью минус 8, минус 10, днем минус 10, минус 12, ветер западный, умеренный. Возможно, слабая геомагнитная буря. 14 марта ожидается переменная облачность, температура ночью минус 17, минус 19, днем минус 8, минус 10, ветер южный, умеренный. Геомагнитное поле Земли неспокойное.